Чебоксары на этой неделе готовятся встретить больше 100 высоких гостей, среди которых заместитель генерального секретаря ООН и различные эксперты международного уровня. В столице республики откроется конгресс местных властей стран Евразии. Объединенные города и местные власти – это международная организация, которая имеет 7 отделений по всему миру. Самая крупная из них – евразийская, включает 12 стран. Их представители съедутся в Чебоксары на конгресс местных властей. По результатам исследования международной активности городов Евразийского отделения и предложения Комитета по культуре ОГМВ, наш город был выбран для проведения конгресса, который будет проходить на этой неделе 5-6 октября. Для каждой группы участников подготовлена индивидуальная программа, проведено индивидуальное закрепление. Готовимся уже несколько месяцев, особенно последние дни. Какие еще вопросы остались неразрешенными? В настоящее время подтвердило свое участие 106 гостей. В их числе 24 участника по линии Организации Объединенные города и местные власти, 46 гостей по линии Ассоциации городов Поволжья, 36 государственных и общественных деятелей, журналистов и специалистов различного профиля. Свои муниципалитеты на мероприятии представят 37 глав городов и городских администраций, а также их первые заместители. Начнется конгресс с торжественного открытия в Театре оперы и балета. Гостям покажут «Балдыш-Калят», который вошел в топ-200 лучших мероприятий России. Дальше участников ждет пленарная сессия. На выставке в фойе театра Чебоксары, Казань и Бугульма представят свои практики по устойчивому развитию городов. Также для участников конгресса пройдут обучающие семинары. Пройдет ассамблея Евразийского отделения ОГМВ, будут избраны президент, вице-президент и новый состав Совета Евразийского отделения ОГМВ до 2021 года. Кроме того, состоится собрание мэров Ассоциации городов Поволжья. Один из важных вопросов – организация работы городского общественного транспорта. Опытом поделятся Оренбург, Пермь, Самара, Казань. Для всех гостей будет организована культурная программа. В прошлом году мы уступили место проведения Всемирного конгресса ОГМВ, Всемирного конгресса, городу Буэнос-Айресу. На самом высоком уровне у нас с Буэнос-Айресом не хватило немножко там параметров для конкуренции. Приезжают известнейшие люди, приезжают руководители крупнейших городов, поэтому что подготовка идет. Местные власти надеются, что Чебоксары гостям понравятся и конгресс пройдет на самом высоком уровне. Ирина Ромадова, Катерина Янгалакова, Вести Чебоксары.